Преподобный Платон, исповедник студийский, родился в 735 году в Византийской империи. Мальчик рано осиротел, его воспитали родственники. Когда Платон вырос, то занялся имением, доставшимся в наследство. Благодаря его трудолюбию хозяйство процветало. Но однажды он выделил сестрам долю в приданом, раздал остальное имущество, отпустил слуг и удалился в монастырь близ горы Олимп. Свойственное его характеру усердие он проявил и в деле молитвы и послушания. Когда настоятель обители скончался, братия избрала игуменом Платона. Через 5 лет его попросили возглавить Никомедийскую митрополию, но игумен по своей скромности отказался. Он вместе с племянниками, среди которых был известный мыслитель, преподобный Феодор Студит, основал монастырь в местности Сакудион. Игумен Платон принял деятельное участие в VII Вселенском соборе. Он успешно обличал иконоборческую ересь и защищал почитание святых икон. Вместе с Феодором Студитом Платон выступил против императора Константина VI. Тот насильно отправил в монастырь свою супругу Марию и обвенчался с одной из своих родственниц – Феодотией. За критику императора Платон был заключен в темницу, а Феодор – сослан. Только после смерти Константина VI они получили свободу.